короче, ни малька, ни балька, ничего не надо, да? Ничего нет. Не знаю, если есть желание, полови малька, вон, смотри, видишь, как раз подошли мальки. Не видишь? А зачем мальки? Смотри, кисти. Видишь, какая такая хорошая. Так они это принесли, как сразу под воду ушли, пузырь ты выкинул первый. Он сразу под воду ушел. Блин, какие сайт моя. Я не знаю, если надо, то лови, если нет, что, спиннингом ловим. Я поплывем тогда. На рыбалку свою приехал. Я не знаю, ну тут и не на рыбалку приехал. Если что, он отдохнуть приехал. Мы тоже. Не на рыбалку, а на отдых. На сплаве. Ну а что, нет что ли, да? Да, так что, перекусили. Как это говорится, пойдем дальше. По реке. Сейчас попью. Прогуляемся. Ты не так, ты актер, актер. Актер. О, мелко. Да. Да я говорю, обмелело вообще конкретно просто. А там смотрю на перекат, и перекат как будто мелкий. Наверное, просто поменялось все, вот и все. Скорее всего, просто перекат какой-то маленько раскопало. Потому что, ну, по идее, так не должно быть. А значит, уже воды мало и короче. О, о, о! Кто-то взялся? Да. Щука? И какая щука-то, елки-палки, ничего себе, сейчас там самолет прилетел. О-о-о-о. Смотри, какая она здоровая. Она тебя ждала, ты же здесь да, всегда берешь щуки. Елки-палки. Забирай, забирай. Елки-палки, там вообще такой самолет прилетел. Ну, пока не прилетел. О, о, о. Вот это да. Красота. Первого же заброса после еды. Ты видал, что творится? Вот. Говорит, подожди, говорит, рано еще, говорит. О, это да, я прям вообще в шоке. Вот это здесь да. Излюбленное место у щук. Ты глянь, какой здоровый. О, стоямба. Смотри. Нормально, кило 200. Я думаю, тут двушка смело будет. Не, кило 200. Не, двушка. Вот это да, с первого же заброса прилетело. Счастье рыбацкое. А взяла-то тоже, смотри. Один крючочек. Это ну нормально, там за второй. Зубы. Интеллигент. О, какая красотка. Не, я думаю, тут двушка смелая есть. Бат, сразу пол ведра рыбы. Вообще нормально прилетел. Я говорю, и вот такой прям даже вот не ждал. Как это называется? Великий нежданчик. Вот он. Вот это адреналин прилетело. Обжила, бац, и... Я думал зацеп сначала, честно слово. А вниз тянуло сразу? Она как бы да, и вниз, и в сторону как-то непонятно. Я сначала подумал, что зацепился за что-то. Но потом понял, что там кабан сидит какой-то. Такой вообще. Удача. Сейчас пока вот эту поставлю и поставлю сразу, наверное, о, поводочек поставлю, такую колебалочку поставлю. Крупная щука, да? Да, такая же, наверное, но короче не маленькая. Как минимум, не совсем крупнее поставим сейчас. Беленький. Сейчас я, правда, наверное, этой беленькой буду всю землю пропахивать. Ну, на эту, если она кинется, то она сядет точно. Какие-то.
Это номер вращалку сейчас поставлю большим крючком. Мы попробуем. Надо ее раздраконить. Ох, как мне больно подводится. Так, неосторожно, все торопишься куда-то. Надо было стример брать. Да я же говорю, я вообще хотел резину взять, да забыл. Сейчас двоечку поставим. Листочек. Может быть, резина бы сработала. Скорее всего, сработала бы. Ну, говорю, вопрос, если она вообще, может, она уже удрала куда-нибудь. Вроде кидаешь, там. Вот мелкую полюбовку. Опыт попробуй. Последние блесенки поставлю, варианты нет, дальше поплывем. Еще я не знаю, что и предлагать, у меня больше ничего нету. Все виды, все разновидности блесенков уже. Здесь крючок маленький опять. Не знаю, будет он здесь брать, нет. Взяла. Вот это блесну взяла. Крючок. Тоже хорошая. Ну да, такая килограммовая. Не поймать, сколько есть. Килограммовый готов. Подобрал. Отлично. 6, наверное, видов, да? Во какая. Есть красотка. Отлично. Опять, смотри, вообще еле-еле зацепилась. Вон, за краешек губы. Угу. Вот такая вот щучка попалась. Вторая рыбина после обеда и вторая щука. Другой ничего не ловится. Ну, я лично этому очень рад. Да очень хорошо. Да, щука берет. Щука вот нормальная тема. Хотя блесенка любит окуня раздражать. И видишь, как-никак и щучка на нее, главное, взяла, да? Угу. Столько перепробовал вариантов. Ничего. А, ну бросок был на одну колебалку. И то. А эту, видишь, сразу взяла. Под размер. Щука, видишь, не совсем здоровая. Такая нормальная. Да и сильно не голодная, перекусить хотела. Ну да. Перекусила, видимо.
теперь мы перекусим. Ну да. Опа, щучка. Опа, есть. Щука опять? Нет, небольшая, но щука. О, отцепилась сразу. Ага. Еще одна щука. Это что, щучий день, что ли? Такого у меня здесь давно не было. Нормально, сплавляемся дальше. Очень отлично. Мне нравится. Мне тоже нравится. Подряд третья щука. Это как? Это что это такое? Это просто мега класс. Это класс и подписка. Вот она, кушок первый пришел. Нормально. Такой нормальный, кстати, окунь идет. Ну да, как будто есть. Прям такой, видишь, какой нормальный. Ну, крупный. Такой грамм на 150, наверное. Есть. Вот он, первого кушара. И взялся тоже, смотри. Угу. Еле-еле. И вообще как будто бил. Ага. Такой кабанчик. Жердяй. Класс. Вот я говорю, когда поначалу идешь на сплав первым, в первом эшелоне, они всегда кабанчики. Угу. Потом такая мелочунда. А, выплыл. Ага. Нормально. Сейчас наловим еще рыбы. Бедро. Мы два взяли, два. Два. О, 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 прямо. Кто прям там? Куча целая ершей. Представляешь, запрещено, что ершей. Стая целая, я прям в шоке был. Вот это да, первый раз я вижу, чтобы за блесной целая стая ерша вышла. Блесна крупная, ты представляешь? Что? Голодная. Ага, вот это да. Не окуни, ерши. Фу, целая стая. Я не понял, думаю, что это такое сначала? Больше гальяна, ну окушок же видно, ж полосатый, ага. А этот желтый, ну ерш, короче. Вот это, думаю, прикол. Да. Ух ты! Есть, по-моему. Да. Хороший. Ага. Опа, здравствуйте. Угу, класс. Я придумал блесну поменять, помельче поставить, чтобы везде еще вытащить. По-любому еще есть стоит. Помнишь, как задух. Отлично. Да, съезя борец, конечно, я не устану это повторять. Отличная рыба, бойкая вообще. Такой сильный. Был бы еще такой же вкусный, как харис, был бы вообще шикарно. О, ему цены бы не было. Все бы говорили, я хочу поймать, где ясь. Кричали бы, как в том виде. Все бы говорили, о, как классно, ясь везде расплодился. Да, о, как классно, ну. Так, а тут так-то вези еще должны быть. Видишь, крупные блесны не хватит. А ты представил, да? Да. Не, ну я на эту, которую поймал, вот она, вот такая. Ну я ловил-то до этого на мелкую. Опа. О, вышел бы тогда, там видно было. Это щука. Это щука. Это 100% щука. Как она тянет вообще. Не вижу. Ты видал, что делает? Опа, есть. Есть. Вот. Есть нам нужен, но не особо интересен. А вот щука, это тема. Класс, вообще щук, просто сколько сегодня щук поймали. Отлично. Прям. А я думал, ясь. Все-таки это, наверное, щука была. Может быть, там и ясь есть. Мы если бы вот, вернулись бы повыше, да, можно было бы с другой блесной пройти все это расстояние. Мне кажется, мы там и одного бы ежа еще взяли.
Ну, я думаю, возвращаться мы туда не будем. Будем довольствоваться тем, что есть. Дядя Вадя оставим. Он там за нами едет, езей ловит неплохо. Птицы сегодня поют. Просто, вот, просто постоянно, можно сказать. Да. Такие вообще певчие сегодня день, да, слышишь? Разные такие. О, класс. И рыба ловится, и птички поют. Красотища. Погода хорошая, да, не жарко. Не жарко сегодня вообще. Сегодня двадцаточка идет. Нормально. Ну и с ветерком вообще классно. Даже ну не да. Потеешь. Комарики и не комарики отгоняют, прям вообще красота. Так бы каждый сплав, каждую рыбалку вообще и прям, как будто бы в раю жили бы, 100%. Так в раю и живем, чем не рай-то? Как бы да, никто и не спорит. Все-таки кинуть, где-то здесь уже проплыли. Рыжок сплеснулся, я не знаю, крупный, нет. А то, что в раю комары с мошкой, так это чтобы сильно не расслаблялись. Ну да. Обленишься, так вот руками помахаешь. Спорт, спорт, типа спорт. Да, что-то это большой, видимо. О, о, сразу на забросе. Это кто, ящ что ли? Кто там такой? Точно язёк попался. На забросе. Бах, есть. Ого, какой голодный. Такой голодный ты, слушай, дружище. Ну здравствуй. Слушай, ну наверное 10-литровое ведро мы уже точно поймали рыбу. Уже. Замечательно. Вообще прям красота. Осталось добить до 15-литрового и сменить ведро. И продолжать. Вот, как раз заговорили, дождей нету. Тут дождь пошел, смотри. А, я смотрю, думал, это мошка. Ну, дождь пошел. Интересно, надолго. Опа, 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 езя подцепили, опа, иди сюда, езя, давай-ка, сычочек, 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 оп, 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 ну что ты такой, бойки, прыски, здравствуй, что ты не хотел к нам, у нас тут хорошо, не надо махать этими плавниками. Здравствуй, здравствуй, ясь мордастый. Ясь мордастый, убери это. Дядя Вадя, чего? Как там у тебя дела? Никак вообще хорошо? А у нас как-то вообще хорошо. А ты что, проплыл там, да, этот куш, эти травка росла? Проплыл? Я покидал. И что? У меня вообще ничего. Ясь же берет. Ой, это что? Вот, я не знаю, где не берет. Или я что-то не так кидал или не туда? Не знаю, я даже он покрупнее поставил и на нее берет. Уже третий попался. Я сейчас уже в лопух попасть могу. Ну, мы видели, вначале сначала это, елки, не, ну, рябины, потом в лопухи. Объекта начинать. Сначала в деревья кидаешь, потом в кусты, потом в лопухи, потом в веточку, в травочку и потом уже рыбе под нос. Прямо вот так, по инстинкту. Вот там вот стоит, вот там вот стоит. Да, вот так. Чук. Так, смотри, чук. Вот туда, видишь, как захотел туда, и у меня туда улетела блесна. Я тоже, видишь, захотел, не смотрю, она улетела. Лишь бы меня за зебру не зацепило сейчас. За зебру, да. Так, ты там сзади чуть-чуть разгреби, Дима, надо убрать его. Дебро, говорить говорю, а что-то где-то будет просто все. Взял? Да. Вот это, вес тут нормально. Кого-то, так, а тут не греби, тут может быть щука стоит. Если мне тут не рубили, будет обязательно. О, о, только сказал. Смотри, есть еще одна щука. Опа, 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 опа. Что такое? Опа, есть. Вот она родная, прилетела. Здесь тоже обычно удается забирать щуку. Вот это сожрало.
Харюсу, походу, отработали нормально, вообще рыбы нет. А вот по щуке, видимо, вообще не работает. По щуке осталось прям, ну, она везде осталась, там, где была, ну, предположительно, она везде есть. Сколько я уже сегодня раз говорил, тут должна быть щука, база на есть. Ну, нормально, нам и щуки пойдут, да? Конечно. Щука так-то побольше, чем хариус. Ну да. А по вкусу она ничем не хуже. А хариус вам никто не ловит, я его понимаю. Щуку в тесте как забацать. Вот и чего, все помню. Это не хариус в тесте. Так, ну видишь, вообще нету, на всей струе нету хариуса. Причем никакого нету. Ну либо надо брюхну гораздо меньше поставить. О, ну, конечно, какой тут хариус будет. Вот, вот весь хариус. Вот хариус был, он тут не будет, он тут был. Кто-то его тут, я говорю, тут хорошо отработали по хариусу. Видно, что кто-то конкретно работал по хариусу. Вот ты делал имитацию, помнишь, жуку? Ага. Вот он, имитация жука этого. Вот он. Куда? Давай, ползи, ползи, вот. Ага. Биг-биг-биг-биг-биг-биг. Из-за него хорошо хариус ходит. Да, слушай, вода упала, да, и она вообще уже вечка совершенно по-другому выглядит. И какие-то долбанные 40 сантиметров меняют эту речку до неузнаваемости, получается. Я почему-то считал, что вот мы уже, получается, проплыли эти места, я все время думал, что там глубина, например, там 2 метра. А там, оказывается, даже, не знаю, там полметра-то нету. Ну да. Вообще. Она настолько темная, что там, кажется, вот где окуня мы туда долбали, вот какой-то сплав. Чисто окунь один попадался. Я там думал, что там вообще глубины конкретные. Сейчас просто понимаю, что ничего подобного. А здесь вообще он вся речка просматривается стал. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Прямо на забросе. Есть? Прямо на забросе, да. А не знаю, да, лизярок тоже еще. Опять попался. Иди, 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 иди сюда, иди, дорогой, иди. Есть, есть, есть. Хорошенький. Я зацепился сразу сам. Перед перекатом, главное, стоит. Я говорю, никогда не забуду, когда первого ездя поймал на перекате. Мелким был. Я не помню, сколько лет там было, там 13. Я вообще думал, какой там хариус гигант. Потому что до этого в жизни никогда на перекатах не попадались езди. Их и так немного было. Тут такого вот достал, такой вообще кабанище. Глаза на лоб не вылезли. Никогда не думал, что ясь на перекате может быть. Всегда думал, что он не водится на перекатах. Не живет. А оказалось, водится и все как. Вот это да. А чё мотор брал? Карбюратор забился, что ли? Плавало, плавало целый день. Толком ничего не было. Тут раз за разом какие-то штуки разные бывают. Опа, вот она. Взяла? Да. Оп-оп-оп-оп. Тащила. Потащила, потащила, куда потащила, куда ты все тащишь, куда ты все убежать хочешь, что уже получилось. Ну теперь она точно не не повторит, да, сошла? Все, ребята, сплав наш сегодняшний закончился однодневный. Мы добрались до точки высадки. Сейчас будем по-быстренькому собирать вещи, так как комара очень много. И отправимся за машиной, один человек, ну, дядя Вадя поедет, пойдет.
мы пока вещи занесем и так далее и тому подобное, и поедем домой. А сейчас я хочу вам показать наш прям бомбезный улов, не знаю как вам, но нам прям, ну, хорошо понравилась рыбалка. Это, наверное, получится в общей сложности 15-литровое ведро. Вот. Дядь Вадя поймал поменьше немножко, это его на первый сплав, первые, можно сказать, забросы спиннинга. Кое-чему его обучил, рассказал, и результат у него уже есть. Он поймал, по-моему, 5 езей. Но я думаю, в машине мы включимся. Сейчас мы ему мешать не будем, потому что надо все быстренько делать, много комара. И спросим у него, как ему понравилось. Мне лично понравилась рыбалка. Сплав был отличный. По щуке прям сегодня хорошо отработали. Прям вообще отлично. Вот. Ну, увидимся в машинке. Фу, в общем, мы упаковались. Осталось только до дома доехать. Ну и спросить, каковы впечатления у дяди Вади. Вот такие. Не описываю. Как тебе первый сплав? Да вообще, ты чё? А чё мы вообще едем домой? Как чё? Давай уже заночуем тут. Ухи с ухим. Ну, ага. Макароны с макаронем. Да. Ну, а чё мы едем? Потом обратно. Да, палатку напалатим, все. Да? Ну, поехали. Завтра обратно ехать. Поехали домой спать. Завтра. О, поверни кинокамеру вот туда. Вот. Кто из нас больше завязался в узел? Да, старость не радость уже. Не, класс, короче, класс. Я вот даже домой не хочу. На самом деле первый сплав у него, да, ну как бы видно по нему, что тяжеловато. Ну ты рассказываешь, ты хоть что получается? Первую рыбу на блесна поймал? То есть до этого ты не ловил никогда на блесна? Никогда ни разу на блесна не ловил вообще. А сегодня ты сколько поймал? Сегодня я поймал 5 хвостов. Вот. Да. С почином. С капучином. Капучино, да. Родился новый рыбак, спиннингист называется. Конечно, конечно. Вот. В общем, завтра смотрим на погоду. Дядь Вадя еще пару дней есть. Если что, может быть, на пешую рыбалку куда-нибудь съездим. Ну, еще завтра посмотрим, в каком все состоянии будет. На завтра дождь обещает сильно. Послезавтра вроде такой не очень. Вот, если что, отдохнем и сходим. В общем, закругляемся, едем домой. Желаю вам всем счастья, здоровья. Мира в дом и будь добру. Всем пока. Ну, в общем, добро быть.